Лучшая команда в истории футбола? Ну, на этот вопрос нет ответа, потому что если взять сборную Уругвая 50-го года, который выиграл чемпионат мира, и сыграть с сборной Аргентины или Франции 2022 года, ну, даже сложно предположить, какой был бы счет. Из того, что лично я видел, ну, наверное, хотя я не фанат Барселоны, но я думаю, что Барселона Гвардиола. Вот, ну, вот в современном футболе. Лучший футболист в истории этой игры. Бессмысленно сравнивать Пеле и Месси. Если бы Месси попал в поколение Марадоны и попал бы под Гайкаичею, который тогда ногу Марадоне сломал, я не уверен, что Месси бы сделал такую карьеру, которую он сделал. А из тех футболистов, которых я видел вживую, ну, для меня номер один навсегда Федор Черенков. Тут просто рядом никого нет и быть не может. И матч, который бы взяли и еще раз пересмотрели? На этот вопрос ответ есть. Это Франция ФРГ, чемпионат мира 82 года в Испании. А для многих с этого матча начался футбол.